അഗ്നിമീഡേ പുരോഹിതൻ യജ്ഞസ്യ ദേവമൃത്വിജം ഹോത ആരം രത്നധാതമം അഗ്നിഃ പൂർവേഭിരർഷിഭിരീഡ്യോനൂതനൈരുത സ ദേവാം. Еще одно прямое применение открытия Махараджи – это модель ведической физиологии. Это, можно сказать, электронная модель ведической физиологии, поскольку в изначальном виде это была трехмерная модель, над которой работал Махариджи. Она имеет прозрачную оболочку, внутри находятся органы, и она вращается вокруг. У нас есть 10-12 таких моделей, которые пойдут во дворцы мира. Когда эта модель была готова, Махариджи сказал, что теперь нужно подготовить такие же для 3000 центров по всему миру. Давайте посмотрим, сколько же это будет стоить. Тогда мы сказали, что вот эта модель обошлась в 80 тысяч евро. Махариджи был абсолютно шокирован, и нам пришлось отрезать руки и ноги, как греческие статуи. Это несколько снизило стоимость, но она все еще была слишком высока. Тогда Махариджи направил всю команду в Махариджи-нагар, Нью-Дели, и 2-3 года мы над ней работали, отливали формы. Это было сложно, поскольку все приходилось делать самим. Через 2-3 года модель была готова и стоила значительно дешевле. Мы были довольны результатом. Когда мы приехали и представили Махариджи, он сказал, что это все еще слишком дорого. И тогда он послал всю группу в Китай, в Шанхай, и снова мы делали все то же самое. В этот раз мы вели много переговоров с местными компаниями. В конце концов, Махариджи спросил, потеряем ли мы что-либо, если мы сделаем плоскую модель вместо трехмерной. Мы сказали, что это будет не совсем то же самое, поскольку мы не сможем видеть заднюю часть, когда модель поворачивается. Но тогда можно сделать две картинки. Одна ведь сзади, другая ведь спереди. Мы почесали затылки и подумали, что мы теряем. С точки зрения знания, немного. На том и порешили. Вполне приемлемое решение. Так появилась эта модель. Не у всех пока она еще есть дома, но со временем будет. Она близка к размерам тела. Я не знаю точно высоту модели, больше 1 метра, может быть 1,20 м. Невелика настолько, чтобы ее можно было использовать, но достаточно велика, чтобы отражать ваше «я». Идея в том, чтобы вы видели свое «я».